Это 50 долларов! Где мои деньги? 5! Итого у нас получается... Всем привет, ребята, с вами снова я. И сегодня у нас денежная тематика продолжается. Короче, я скупила все денежное, все, что можно было на Авито. И сегодня мы это с вами будем распаковывать, смотреть, сколько там денег и понимать, нужно это покупать или нет. Как вы знаете, тренд с мылом уже, мне кажется, прошел. Уже им никого не удивишь, но производители не останавливаются. И я нашла денежное кофе, денежный чай, денежные слаймы заказала те же самые и немножко взяла денежного мыла. Только такое мне удалось купить, потому что все остальное уже было разобрано. У нас есть 40 коробочек денежного чая. Не обращайте внимания на то, что он разный, его нельзя было выбрать какого-то одного формата. Также еще с этой стороны стоят. Денежное кофе. Выглядит оно очень прикольно, посмотрите. Я, если честно, трясла банку. Трясла. Вот прям очень долго вчера вечером, когда получила свой заказ, трясла и пыталась понять, где там деньги, потому что я не вижу ничего, ни сверточка, ни какого-нибудь маленького контейнера. Видимо, все настолько хорошо что там где-то запаковано, что мне не удалось найти хоть что-то в этой баночке. Стоило такое кофе 1000 рублей за банку. У нас здесь всего лишь 13 баночек, потому что больше уже нельзя было купить. Далее у нас идет денежное мыло. Не знаю, помните вы его или нет. Оно стоит 500 рублей за единицу. Во-первых, цена хорошая. Во-вторых, оно было тут типа 10 или 500 рублей. И доллар, либо 50 долларов. И денежные слаймы. На этот раз всего лишь 8 штучек. И заказала я их по цене 900 рублей. И на все вот это вот я потратила 60 тысяч рублей, и я надеюсь, что вы меня поддержите лайком и подпиской на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а давайте перед началом я сразу же передам приветики своим самым активным пользователям, которые оставляют очень много комментариев. Итак, на счет 3 здесь появятся ваши комментарии. 1, 2, 3. Та-дам! Ребята, огромный вам привет! Спасибо, что смотрите мои видео, спасибо, что их комментируете, спасибо, что их лайкаете, спасибо вообще за то, что вы существуете, я вас очень сильно всех люблю. И да, если ты хочешь попасть в мое видео, то скорее оставляй комментарий там внизу. Возможно, в одном из следующих видео я передам привет именно тебе. Ну что, ребятушки, давайте начинать. Начнем мы, наверное, либо с кофе, либо с чая. Пускай выберет оператор. Давай будем с чая. С чая начнем. Да. Окей, у нас 40 штук, так что давайте запасайтесь вкусняшками. Какой хочешь вариант. Есть розовый, мне безумно нравится. Выглядит он как-то так. А еще есть прикольный чай с какими-то цветами внутри. Посмотрите, прикольный, да? Начнем мы, пожалуйста, вот этой вот коробочки, раз уж я за нее схватилась. Тут есть вот такая вот штучка. Мы ее так сдираем. Высыпаем. Опля. Я не поняла. Может, это типа денежный чай, чтобы тебе деньги пришли? Нет, внутри реальные деньги. От 100 до 5 тысяч рублей. Что там? Там пакетик лежит. Тут 100 рублей. Ну что, ребят, первый чай у нас с вами не окупился. Потратила я на него 800 рублей, а получила лишь только 100. Переходим к следующему. Давайте следующий будет уже вот в такой упаковке. А-а-а, прикольно, смотрите. Купюра вот здесь. Ура, можно чай не высыпать. По-моему, это 500 рублей. Да! Это 500 рублей. Круто. Так, давайте теперь откроем чай с этой стороны. Тут сейчас ничего нету. Прикольно. В этом чае было всего лишь 100 рублей. Вау, смотрите. Там видно, нет? Там пакетик сливается с пакетиком чая. Ого, такой чай прикольный. Мне кажется, он будет очень вкусный. Как вы думаете, вообще чай нам принесет много сегодня денег или нет? Честно говоря, я вообще уже не верю в то, что это возможно окупить. Но, тем не менее, очень хочется посмотреть все-таки, какой процент неокупаемости будет. То есть 50%, 30%, 40%. Ну, вы уже знаете, да, как у нас было. Кто не видел предыдущие видео с денежными бомбочками из Америки, с денежным мылом из Америки и два видео с денежным мылом, которое продается прямо у нас, посмотрите, пожалуйста, на канале. И есть еще денежные бомбочки. Вот там вот просто было персик, так круто, подарки, деньги, я просто вообще обалдела. Короче, гляньте, мне кажется, уже целый плейлист надо создавать с денежными приколами. Достаем чай. О, первый косарь в этом видео, первая 1000. Она такая поюзная, конечно, немножко, но зато видно, что настоящая. Давай 5. Еее, он реально пахнет чаем в перемешку с деньгами. Фу, оно в каком-то масле, смотри. Здравствуйте, Солка, как ваши дела, как ваше настроение?
там что-то зеленое, неужели баксы? Нет, это 200 рублей. Мне тут показалось баксы там. Ну да, они такие зеленые, как будто это доллары. Ну, кстати, доллары, по-моему, не такие зеленые. Да, это 200 рублей. Косарь, прикиньте. Это так круто. 1000. Такой звук приятный, как будто открываю что-то безумно крутое. Чай. И 200 рублей. Кстати, самые чистые деньги, которые не нужно отмывать потом, как после мыла. Это клево. Как будто ничего нету. А нет. 1000. 1000 рублей. Мы начали с самого глобального, с чая. Ого. Прикиньте, 500 рублей. Кстати, ну, вы, наверное, заметили, да? 5000-ных еще, конечно, не было. Следующий чай. Двушка. Ну, не 2000, а 200 рублей. И последняя коробка с этой стороны. Что-то 5000? Да! Ого! 5000 рублей, ребята, ура! Круто, давай взёрку. Классно, 5000, только сказала, что думаю, что не будет, и она у меня появилась, крутяк. 500 рублей. Класс. Да, много тысяч было. О, да 2000. Офигеть! Круто! 2000, это прям до хрена. Это прям очень хорошо. Кстати, кто знает, что изображено на 2000 рублей? Напишите в комментариях. Это МКС, да, наверное? А здесь у нас 200. Тоже неплохо. Мало, конечно, но не 100. Уже приятнее. Чай! 5000? 5000 рублей! Смотри, голограмма, да, значит, все четко. Настоящий 5000. У нас уже 10 тысяч. Короче, мы уже купили, походу, чай. 32 тысячи, по-моему, на него потратили. Вряд ли мы его уже купили. Пипец. А, вот. Я думала, там ничего нету. 1000 рублей. Тут у нас все скромно. Да, 100 рублей. Пошли скромные коробочки со 100 рублями. Еще 100 рублей. Чинь. 200 рублев. Неплохо. 100 рублей. О, вот это круто. Она прям сверху лежала. 500 рублей. Улетела, да? Да, она просто выпала. Сотка. Мы теперь, когда идем в пятерочку за продуктами, радуем безумно сильно кассиров, потому что мы им выгребаем сотни, просто 3-4 тысячи рублей сотнями. Они очень рады, на самом деле, вообще просто радуются, пищат от радости. Тут у нас 100 рублей. Сотка. Чай. И... сейчас вы будете в шоке. 1000 рублей. Все, ну неплохо, хорошие прям деньги. Я уже хочу заварить этот чай, он так выглядит прикольно. И здесь у нас 200 рублей. Давай, как ты думаешь, какая здесь будет купюра? Я проверяю твои экстрасенсорные способности. 500 рублей. Думаешь, 500? Можешь вот так вот потрогать? Да, 500. 500, да? Самый, да? Давай. Ты типа открыл, да? Я думала, ты прям откроешь. Ну, ты был близок, судя по тому, что я вижу. О, 1000 рублей. Коса, ребят, Денис нашел. У тебя очень хорошая рука. Вот здесь будет 100. Ну, ты хочешь, чтобы я открыла, да? Да, конечно. Я уверен, тут 5000 будет. Что, 100 рублей? Да, тут реально 100 рублей. Выберем вот это. Там сколько? 200. 200 рублей. И говорим Денису, что он ошибся. Ровно в два раза. Здесь сотка. Блин, а? Я пока сама выберу следующую коробку чая. А ты пока выбирай. Выбирай, что ты хочешь мысленно. Я думаю, что здесь будет 500 рублей. Я, конечно, 5000 жду, но... офигеть! Реально 500! Круть! Как думаешь, сколько здесь? Я не вижу пока. Что? А ты был неправ. Так, давай вот это, только оно ближе ко мне будет. Ты думаешь, там? Там 1000 рублей. Ёшкин макарёшкин, зая. 1000 рублей. Реально 1000. Здравствуйте, спасибо. Я пожму вашу руку, я беру вас в компанию. Следующий. 5000. Ребята, здесь 5000. Как ты так эту коробку не выбрал?
Блин, ну я не хотел просто 5 тысяч выбирать. Балдёж, тут уже получается 100%, у нас есть 15 тысяч рублей, и это половина от той суммы, которую мы потратили. Это прям круто очень. Давай. Сотка. 100 рублей. Да, 100 рублей. Ребят, как вы думаете, какая здесь будет купюра? Прямо сейчас пишите в комментариях. И если вы отгадаете, то целый месяц вам будет безумно вести во всех делах, вообще во всех, в любовных ваших делишечках, ваших рабочих, учебе, вообще во всем. Вы просто будете выходить на улицу и находить деньги. Будете идти в магазин, и там у вас будут скидки нереальные. Ну, короче, если угадаете. Если не угадаете, то просто поставьте лайк на это видео, и тогда у вас будет все то же самое. Угу. Ты ставишь 500, да? Да. Да не могу я вывалить. Ты чё? Мне 500 рублей. Ты чё, офигел? Ну всё, точно нужно какой-то сейф с деньгами тебе покупать. Тебя точно вести будет целый месяц, зай. Ты отгадал, а я нет. 500 рублей. Реально. Доставай. Сколько? 100 рублей. 100 рублей, смотрите. У нас остается 2 неоткрытых пакетика чая. Открываем первый. Такой типа открыли и обрадовались. Уже какой раз вижу, что сверху лежит либо 1000, либо 500 рублей. Чтобы открыл, и сразу такой бегу за следующим чаем. Смотрим, что тут будет. 100 рублей, ребят. Сотка. Сейчас мы посчитаем все деньги, которые нам попали с чали, и огласим эту сумму. Как ты думаешь, окупимся? Нет. Я думаю, что мы будем очень сильно близки, то есть где-то здесь 23-25 тысяч рублей, но мы не окупимся. А вы как думаете, скорее пишите в комментариях. Итого у нас получается 31 300 рублей. Мы практически вышли в ноль, но все равно немножечко, да, мы в минусе на 700 рублей получается, потому что 32 тысячи стоили все вот эти вместе чая, ну, не считая доставки, но мы ее обычно в расчет не берем, потому что, ну, это как бы отдельно. Ребят, по-моему, это очень крутой результат, я пипец как рада, я хоть, конечно, сейчас не заработала миллион рублей, но зато и не потеряла, это очень круто, просто дайте 5. Круто, давай слаймы. Слаймы. Окей, ребят, давайте посмотрим на слаймики. Они такие маленькие, бедненькие, несчастненькие. Всего лишь тут 8 штучек. Итак, я уже открываю слайм. Первый. Ребят. Ой, блин, я ее порвала. Это не я виновата, она там в слайме, по-моему. 1000 рублей, очень замечательное начало, просто превосходное. То есть первый слайм у нас уже окупился. Ты просто разорвала ее. Я их порвала. Все, не смотрим, девочки, не смотрим. И нашли 500 рублей. Слушайте, круто. 500 рублей. Четвертый слайм. Да ладно, серьезно. Неплохо. Да. Здравствуйте. Следующий. Да ладно. Обалдеть. 1000 рублей. Я начинаю сомневаться в их подлинности. Подождите. Вроде бы все нормально. 1000 реальная, немножко даже какая-то пошарпанная, раненькая, пахнет настоящими деньгами. 1000 рублей. Давай, пятюню. Седьмой слайм. Ой, ну тут, знаете ли, жиза. 100 рублей. Здесь у нас 1000. Ого. Ну неплохое, неплохое, знаете ли, продвижение слаймов. Классно. 1000 рублей настоящая, я проверила. Последний слайм здесь. Если честно, что, мне кажется, не то с упаковкой. Смотрите. 500 рублей. Вот такие дела, ребята. Все меняется, и даже слаймы. Но очень хорошие деньги здесь были. Учитывая то, что мы потратили 7200 на эти слаймы, и остались, конечно же, в минусе, в принципе, неплохо так заработали. Ну, в общем, нормально. Могло быть, конечно, намного и лучше, но могло быть и хуже. Тут у нас всего лишь 2 сотки попалось. Это очень хороший, я считаю, механизм. У нас остается мыло, у нас остается кофе. Честно говоря, мыло я уже открывала, и у меня нет какого-то бешеного желания его открывать. А вот на кофе очень сильно хочется посмотреть. Так что сейчас мы будем смотреть на супер крутое денежное кофе. Куда буду высыпать кофе. И предлагаю первую баночку выбрать оператор. Давай, твоя счастливая рука вытянет откуда-нибудь. С самого центра. Не могу открыть. А. Блин, так вкусно пахнет. Уже захотелось чашечку кофе. Представляешь, как здесь пахнет будет, когда ты все высыпешь. Да, будет вообще кайфово.
Блин, пока ничего не видно. В смысле? Че, пропустила? Да, да, оно ничего не выпадало. В банке пусто. Охренеть. Трэш. Давайте посмотрим следующий. Я не понимаю вообще, в смысле, где мои деньги? Ха. В смысле? Блин, ну что за прикол? В банке пусто. Денежный кофе, реальные деньги внутри. То есть тут реально должны быть деньги. Потому что, когда я искала что-то денежное, я нашла денежный чай, но он не с деньгами. Он типа денежный, и если ты его пьешь, то ты приманиваешь в свою судьбу деньги. Реально, он стоил практически столько же, сколько и денежный чай. Может быть, это кофе тоже, но тут написано, что деньги внутри. Деньги от аферистов. 1000 рублей, в общем, вот так вот. Отсутствие. Надеюсь, в этой банке что-то будет. Мне кажется, тут какая-то ошибка явно. Либо они забыли сюда положить деньги, либо они просто нас нагло обманули. Я просто купила банку растворимого кофе, который в магазине стоит 250-300 рублей за 1000 рублей. Слушай, может быть, все-таки что-то мы не так думаем? Ну, смотри, есть банка и есть крышка. Слушайте, а вот тут есть вот такая вот штучка? Что, может, что-нибудь есть? Мне кажется, да. Блин, реально мы так лоханулись. Тут была сотка. Я даже теперь 100 рублям радом. 200 рублей. Слушайте, неплохо. У нас уже есть 300. 100 рублей. Слабовато. Слабовато то, что мы сразу не догадались, то, что у нас в крышках деньги будут. 500! 500 рублей. Круто. 50% от стоимости банки. Слушайте, ну неплохо. Первая 500-ка. 5000! Офигеть, ребята, 5000 рублей, проверяем ее. Настоящая. А то сотки, сотки. О, 500 рублей. 500 рублей. 100 рублей. 100 рублей. Ставь лайк, если тоже любишь аромат кофе. Я с него вообще обалдею. Особенно, когда заходишь в кофейню. Приполдеваешь 1000. Первая наша с вами 1000 в кофе. В кофе. Фике. 1000 рублей. О, она рваная, прикиньте. Так быстро открылось. Тут 500 рублей. Смотрим, что у нас под этой крышечкой. Что тут такое? Что там пусто, мне кажется, нет? Пусто. Опа-на! Прикиньте, просто пусто. Взял кому-то в подарок, а тут пусто. Я вообще в шоке. Такого это вот эта банка. Давай ее откроем, аж внутри. Такого мы ни разу не делали. Да, не такого видели. Нам еще не попадалось. Очень обидно. Я вот как бы сейчас такой сильной обиды не чувствую, потому что у меня есть еще банка, еще банка, еще банка. А если бы мне подарили одну банку, я такая читаю, типа, денежное кофе, хочу деньги найти, и нигде не нахожу, вот это обидно. Вот это хочется плакать. 100 рублей. Хотя у меня на него такие надежды были, оно так круто выглядит прям вообще. Интересно, на 8 марта будут денежные конфеты? Я придумала крутую идею. Денежные конфеты? Да, бизнесменам денежные конфеты. 1000 рублей я нашла. Банка полностью окупилась. Блин, 100. 100 рублей. К сожалению. У нас есть 5000 рублей. 6, 7, 8, 9, 200. Итого 9200 рублей мы нашли в кофе, а потратили на него 13 тысяч рублей. И теперь переходим к мылу. Мыло, я очень на тебя надеюсь. Я надеюсь найти там $50. 5000 рублей несколько раз. Вдруг тут много 15-х у нас будет коробочек. От доллара и 10 я, пожалуй, откажусь. Но буду рада, если их хотя бы найду. Так что переходим. Хочу вот это мыло. Как вы думаете, тут будет доллар, 50 или 10 или 500, или сразу 5000 рублей мы тут найдем? Мне почему-то кажется, что вот в этом кусочке... Блин, я только хотела сказать, а тут, в принципе, уже, знаете, чуть-чуть видно становится. А мне кажется, там реально косарь. Да нет, там точно что-то иностранное, заморское. Вот так это все выглядит. А, реально доллар, блин. Я тебе говорю. И что, доллар один? Да, я угадала. Доллар! Это меньше, чем 100 рублей. То, а, спасибо, я уже да? вижу косарь. Тут не может быть 1000 рублей, ребят. О, слушайте, ну неплохо. Прям мыло и самой себя оправдало. 500 рублей внутри я там нашла. Надо их проверить. Вроде нормально. Я теперь, знаете, ходячий детектор денег. Тут реально похоже на 1000 рублей. Это очень хорошо. Это прям круто. Давай выбирай. Давай вот это.
Это так долго. Вау. Доллар! Как тебя достать? Чё там? Офигеть! Ого! 5000! Серьезно, я не верю своим глазам. Реально, ребят, 5000 рублей. Настоящий. Пахнут деньгами. Прям очень сильно пахнут. Мне кажется, я выгляжу сейчас максимально напряженной. Доллар. Что там, бумажку, бумажку похоже, да? Тут вроде бы достаточно хорошие деньги. 500 рублей. Да, это самое сложное открывание. Представляешь, ты бы заказала таких вот 150. Ой, мне кажется, я бы снимала это видео несколько суток. Серьезно? Я не верю. Да она по-любому поддельная. Нет, ребят, это реально настоящие 5000 рублей. Еще одни, прикиньте. Этого я точно не ожидала. Это просто нереально. Тут в каждом 15-м мыли 5000 рублей. Блин, круто, я просто вытянула джекпот из партии. Офигеть, 5000 крутяк, мы уже купили это мыло. Если здесь тоже будет 5000 рублей, я обалдею, ребят. 500 рублей. Крутяк. Оказывается, я оставила на десерт самое окупаемое мыло. И спустили нас с небес на землю, да, это 10 рублей. Тоже думаю, что там 500, либо 50 долларов. Просто так видно. Как... 50 долларов, наверное, потому что 50 долларов, по-моему, они какие-то серые, значит, не 50. Значит, доллар. 500 рублей. Офигеть, чума. Купюры разлетаются. У нас остается еще 3 кусочка. Это третий из них. Сейчас мы найдем с вами тут 150 тысяч долларов. И закроем нашу телепередачу и будем кайфовать на Мальдивах. Если ты найдешь 150 тысяч долларов, что ты сделаешь? Сколько? 150 тысяч долларов. Я не буду говорить. Я поеду отдыхать, ребят, честно. На все 150, да? Доллары надо вытаскивать. Ох, пипец, ребята. Прикиньте, если бы это Денис не вытащил. Че, это 5 долларов? Это 50 долларов. Так это доллар. Ну, я была уверена, что это доллар, я уже хотела забить. Ну, офигеть. Обалдеть, ребята, 50, полтинник, 50. Здесь у нас грант, грандушка, 50. Я не верю до сих пор, предпоследнее. Доллар. Последняя бомба, просто бомбяу. Мыло. Бомба. Now. 10 рублей. Да, это реально 10 рублей. Целые, навехенькие просто. Превосходно. Итого у нас 16 534 рубля. Ура, хоть где-то мы вышли в плюс. 13 тысяч рублей я потратила на кофе, но выиграла 9200. Прибавляем 9200. Дальше у нас. За слаймы я получила 4700. И за чай 31300. Сколько там получилось? Мы в плюс вышли. Охренеть. Мы потратили 60 тысяч рублей. Если быть точнее, 59 700 рублей. Мы потратили на все вот эти денежные штуки. И у нас получилось 61 734 рубля. Это по деньгам, которые мы нашли. Офигеть, ты веришь, что мы в плюсе? Я вообще не верю. Я вообще не верю. На 2000 рублей практически мы в плюсе. Учитывая доллары, конечно, зависит от курса. Потому что тут, блин, эти доллары. Ну, это очень круто. Я не верю, честно, я очень рада. Кстати говоря, это намного круче, чем покупать одно и то же мыло. Если вы найдете что-то денежное, то обязательно скидывайте мне в директ в Инстаграме. Я, конечно же, сама мониторю на Авито, смотрю, что денежное появляется. Я хочу заказать денежные слаймы, но почему-то везде все одно и то же. Я хочу прям какие-то супер крутые денежные слаймы. Если найдете, то скидывайте в Инстаграм. Надеюсь, что вам было интересно это видео, вы уже поставили ему лайк. Ну и всем большое спасибо за просмотр. Я очень рада, что хотя бы сегодня нам получилось немножечко выйти в плюс. И обязательно смотрите другие видео на канале. А их очень много, и они выходят каждый день. Всем пока!